Рассада петунии гибридной крупноцветковой Amaro King of Shorts. Петуния, Amaro King of Hearts, быстро растет на открытом солнце при условии периодического полива. Однолетнее растение обильно цветет с мая до сентября, поэтому активно используется для озеленения открытых территорий. Чаще всего петуния встречается в подвесных контейнерах возле коттеджей, частных домов, ресторанов. Ее также высаживают на передний план палисадников и клумб. Сорт ценится за необычную красно-белую расцветку. Селекционерам удалось получить сердечки на лепестках, что и легло в основу названия. Петуния гибридная крупноцветковая Amaro King of Shorts — это травянистые. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка красно-белая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.